Привет, друзья! Новый прием. А может кто-то и знает, а может все знают. Берешь вафельное полотенце или махровое и натираешь себе холку. Вот так берешь и вот так делаешь. Разогреваешь себе шею, разогреваешь. Полминутки буквально, полминутки, полминутки, полминутки. А потом такая легкость. А вы выходите на вебинар 1 июня с Романом Газенко. И там мы будем говорить о том, а вот посмотрите, я бы сказал такое, что каждый человек – это Вселенная, но добавил бы слова, образно говоря, потому что есть люди, которые понимают буквально. Да, им трудно понять, что значит каждый человек Вселенной. А это говорит о том, что каждый человек находится со своими переживаниями, и ему трудно понять, что другой человек может его понять, и ему нужно каким-то образом осознать свои мысли, вербализировать их, вербализовать. Ну, спросим у Романа, вербализировать или вербализовать, для того, чтобы самосознание развивалось. Но он поможет нам извлекать корни слов. Выходите туда, нажимайте там кнопку, прикрепленный коммент будет под видео. Это будет очень интересно. И я еще прикреплю сейчас туда. Напишу в комменте свои афоризмы. Посмотрите, это очень интересно. До встречи.